это не Волков, это Моисеев, прошу прощения, 93-й номер. У них прическа-то похожая, но у Моисеева все-таки еще длиннее волос. Вместе они оказались на площадке сейчас и поменялись. Уже уступили место Мечкову, Гусеву, и там на правом краю Воробьев, который уже в центр приехал. Передача, Гусев, гол. Гусев сразу благодарит Воробьева за эту передачу. Помните, чем у нас заканчивался второй период? Проход Марченко, бросок, и после сирены уже шайба зашла за ленточку. А вот и начало третьего периода. Счет все-таки становится 6-1. Behind Blue Eyes. Грустная мелодия. Не первый раз уже звучит.